1600 гривень. Саме таку суму вдалося зібрати під час проведення благодійної акції «Поділись своїм коханням», яку 14 лютого, в День усіх закоханих, організувала в приміщенні ресторану «Дежавю» студія свят «Фонтан емоцій». Усі зібрані кошти були передані до благодійного фонду Герда імені Анни Смольської, що проводить дуже активну роботу як на території Жовтих Вод, так і навколишніх населених пунктів. Цього вечора захід об'єднав дуже багато закоханих пар. Яскраво говорить про це той факт, що вже майже за тиждень до Дня Святого Валентина усі місця у ресторані були заброньовані. Ми сьогодні празнуємо День Святого Валентина. Сьогодні ми постараємося зробити так, щоб вам було тут не скучно, щоб вам було весело, щоб кожен з вас відчув романтичну атмосферу цього праздника, ну і щоб кожен з вас ушов відсюди з абсолютно приятными и положительными эмоциями. Давайте вам напомню, что сегодня не просто праздник сердец, любви, а сегодня также у нас проводится благотворительный фонд, да, работает Герда, внизу у нас есть ярмарочка, поэтому, пожалуйста, не забывайте, фотоконкурс, голосуем за понравившиеся фотографии, ярмарка, фотозона, работает у нас не один фотограф сегодня, а сразу два. Да, я поясню еще раз тем, кто только что подошел. У нас внизу есть небольшая ярмарка-продажа, на которой каждый из вас может купить небольшой магнитик, либо там пряничек, что-то приятное своему любимому человеку. Каждый из вас может этим самым сделать небольшой вклад в благотворительный фонд Герда, то есть помочь детям, которые нуждаются в вашей помощи. Каждый из вас сможет буквально там небольшим своим взносом вызвать улыбку ребенка. Мы специально для этого сегодня здесь и собрались. Этот вечер у нас называется «Поделись своей любовью». Мы надеемся, что каждый из вас поделится сегодня небольшим кусочком своей любви. На практике, чтобы вы могли поделиться своей любовью, у нас также есть «Стена любви». Она стоит внизу, возле фотозоны, прекрасное дерево. Подходите, макаете печатку в красную краску и оставляете маленькое сердечко на большом общем дереве. Далее это дерево перейдет в собственность ресторана «Дежавю» и останется на долгую память, что мы сегодня с вами так дружно, душевно отметили День влюбленных 14 февраля. Продовж усього вечора присутні пари мали можливість проявити свої здібності у дуже цікавих творчих конкурсах та позмагатися за приємні подарунки – безкоштовну професійну фотосесію та романтичну вечерю на двох від ресторану «Дежавю». Серед конкурсів, зокрема, були й на найоригінальнішу ілюстрацію незвичайного поєднання декількох видів тварин з комахами та іншими істотами, такі як черепахолось, собакоїжак, рибослон, короводятел, гусекіт, медузопчілка та інші. Не обійшлось і без поетичного конкурсу, учасникам якого треба було продовжити декілька запропонованих їм віршованих рядків. Ну і поїхали. Если хочешь ты влюбиться, а любовь все не приходит, можно было б застрелиться, но и это не подходит. Вот. Такой вот стишок. Вы уже выбрали ее. Давайте поехали. Ну, да, единственный из предложенных. День Святого Валентина мы с любимым отмечали, и красивого сыночка мы в ту ночь вдвоем зачали. Очень даже со смыслом. Хорошо. Я читаю следующий стишок вашего, собственно, сочинения. Поехали. Подарили мне подарок в день влюбленных как-то раз. Много классных валентинок и один чудесный ваз. День Святого Валентина мы с любимым отмечали. Мы не ели и не пили, нас ласкала тишина. Ты концовочку погромче говорите, не так, чтобы всем было слышно. Хорошо, поехали дальше. Я девчонок смеха ради поджидал вчера в засаде. А в итоге получилось, лучше б выпил я не глядя. Вот такой вот полубелый стих, такой весенний. И тут же, судя по всему, женская любовь написана. Хорошо, поехали. Цветы, конфеты я купила, для храбрости 100 грамм налила. О боже, как же я сглупила, лучше б курицу купила. Пока Юля готовится, я читаю следующий стишок. Сочинять я не умею, но в любви признаться
надо. Милый, я ни разу не жалею, жизнь с тобой одна отрада. И смешно, но зато по смыслу, друзья. Ну что там, у вас до сих пор нехорошо, я читаю следующий стишок. День святого Валентина мы с любимым отмечали. Долго думали, гадали, отчего мы так устали. Сочинять я не умею, но в любви признаться надо. Я тебя люблю, лелею и жениться обещаю. Хорошо, мне кажется. Это тоже по смыслу, я понял. Хорошо. Вот. Сочинять я не умею, но в любви признаться надо. Я люблю тебя очень сильно, и другого мне не надо. Вот, очень красиво. Есть у вас следующий стишок, или? Хорошо, я читаю тогда тот, который есть у меня. День святого Валентина мы с любимым отмечали в ресторане «Дежавю», и мужчина выступал там, он веселенький такой. Что за мужчина, интересно? Сочинять я не умею, но в любви признаться доктору сказать надо. Дима, ты прекрасный парень, так люблю тебя я, гада. Друзья, у нас есть Дмитрий здесь сегодня? Это все вам. Я писала, да. Хорошо, снова посвящение Диме, я так понимаю. Сочинять я не умею, но в любви признаться надо. Дима, ты читала уже? Нет. Сочинять я не умею, но в любви признаться надо. Дима, я ни секунды не жалею, встреча с тобой – настоящее везение. А далі була багатьом відома гра з дитинства – хто, з ким, куди та навіщо. ФКЖ. Те же самые 4 вопроса. Кто? Женечка. Женечка, с кем? С Жанной. С Жанной? Куда? В Житомир. В Житомир? Зачем? По железу. По железу. Хорошо, Лёха. Следующий. Красавчик, правда? Хорошо. Следующий вопрос давайте, так что мы быстренько определимся, друзья. Д. Хорошо, Д. Отсюда начнем. Итак, кто? Дмитрий. Дмитрий. С кем? С Денисом. С Денисом? Куда? В Дагестан. Зачем? За душистым мылом. Одним з найбільш яскравих був конкурс «Мій або моя зможе», де учасникам треба було вгадати, за який час їх половинка із зав'язаними очима збере м'ясорубку. Сумарну вагу скількох чоловіків вгадає дівчина, за який час чоловік зможе заплести справжню косу та скільки дорожніх знаків знають дівчата. Наприкінці вечора переможці отримали свої подарунки і прикрасило свято справжні зізнання в коханні. Саме цього вечора один з присутніх чоловіків зробив пропозицію своїй дівчині. Свято всіх закоханих вдалося.